قاعدة. قال النووي في شرح المهذب также قال الإمام النووي: ولو استنجى بشيء من أوراق المصحف, а если человек решит подтереться страницами мусхафа, так, то есть листами Корана, или аяза билля, а лиман, зная об этом, о том, что то, что он, чем он потирается, является Кораном, так, то есть листами из мусхафа, сара кафиран муртаддан, то становится неверующим вероотступником. Накалаху аль-кади Хусейн, передает этот хукм, то есть постановление об этом, что он становится неверующим, кади Хусейн вар-руаяни, а также имам ар-руаяни, вагайрухум, и другие. То есть это постановление о том, что тот, кто потерется листами, или как это сказать, страницами, так, страницами Корана, то есть мусхафа, тот становится неверующим муртаддом. Культу говорит шейх Мухаммад Хизам, وَيَلْتَحِقُ بِهِ عَلَى أُرَاقْ أَلَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. И к этому же можно присоединить, то есть к этому постановлению, если человек потерется бумагой, на которой есть ذِكْرُ اللَّهِ, то есть поминание Аллаха, становится неверующим, так? То есть не имеется в виду, что какие-то бумаги, которые человек, может, лежат они как в выкинутом состоянии, так он на них не обращает внимания. А, например, есть какой-то книги, где конкретно листочек, в нем, ну, ذِكْرُ اللَّهِ, допустим, перед сном, что надо говорить, после еды, что надо говорить. И он видит, что это что? Поминание имени Аллаха в них есть и так далее. И зная это, то есть подтирается тем листочком, на котором написано имя Аллаха, так? То это тоже становится кафиром муртаддом. Вамма кутубуль фикх, вамма фихи улюм шариия. А что касается книг фикха, а также книг, в которых есть шариатские науки, так, то есть описаны шариатские науки, фахуа мухаррамун хурматан шадида, то использовать их для подтирания является запрещенным, строжайшим запретом, так, валя юману алейхи мин аль-куфр. И также, что не обезопасено человека от того, что становится он от этого кафиром также, неверующим. Ясно ли нет? Поэтому постановление относительно этого такое. То, что подтираться листьями Кур'ана, если человек знает об этом, то, что это есть Кур'ан, так, может быть, человек просто в неведении находится, что это Кур'ан. Если он знает, что это Кур'ан и подтирается, то он становится кафиром муртаддом, так, вероотступником. И то же самое, если подтирается листьями или листочками, так, на которых написано Зикрулла, то есть есть поминание имени Аллаха, или любые другие книги фиха, или других любых наук, алейкум ассалям, ва рахматуллахи ва баракатух, то это что является запрещенным, но не доступным.